Этот легкий самолет предназначен для внутренних пассажирских рейсов, спецмиссий медицинского характера, спасательных операций. Также отличительной чертой самолета является то, что он может использовать подготовленные и неподготовленные взлетно-посадочные полосы, садиться на воду и снег. Проект поможет развить и туристическую сферу нашей области. Туристический потенциал нашей области высок, поэтому в целях повышения туристической привлекательности области и соединения отдаленных районов мы ведем работы по авиасближению. В первую очередь мы хотим сделать рейсы в Шардару и после, если все получится, включить в этот список Махтаральский район. При успешных переговорах с канадскими производителями первый рейс состоится из Шымкента в Шардару, и тогда вместо 4 утомительных часов по трассе на дорогу идет лишь 1 час комфортного полета. Мы долгое время изучали авиарынок вашей страны и находим его весьма привлекательным. Также наши самолеты идеально подходят для эксплуатации в Казахстане. Мы рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество и надеюсь, что мы придем к обоюдному согласию. Самолеты будут приобретаться на баланс небольших частных авиакомпаний, правда, каких именно, пока неизвестно. Развитием проекта займется социально-предпринимательская корпорация «Шымкент», которая будет координировать направление совместно с акиматом Южно-Казахстанской области. К слову, один такой самолет может перевозить 19 человек и стоит 7 миллионов долларов. Алимхан Дюсенгалиев, Нургали Кушаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».